Свиту фармить через КС-23 гиблое дело, рейдеров не шотнуть. Да? Ну, ЧВК-то шотнуть. Что тебе стоит? Просто сесть где-нибудь, подождать, пока он будет пробегать мимо тебя. Потратить на него один патрон за 70 рублей, или сколько там вот стоит. И одеться уже полностью этого типа. Боссы есть, чат. Зря вы переживали. Мразь. А вы говорите, не будет КС-23. Я вам в точности описал ситуацию, которая сейчас случилась. Точность, понимаете? Ну, пожалуйста. Блять, теперь страшно, тут где-то штурман у нас, значит, неподалеку должен тусоваться. Не спрашивайте, как я это делаю, чат. Сначала узнал про чувака с дробовиком на загрузке локации, потом про штурмана. Не спрашивайте. Мой радар, походу, вышел на новый уровень, блин. Я не знаю иначе, просто объяснения там никакого нет логического. Карта. Типа... намек понял. Три тетриса? Четыре тетриса, чат? Не убивай меня, снайпер. What? Биток сейчас дешево стоит. Ну как дешево? Не так, как раньше он стоил, по 700. Сейчас, по-моему, около 300 он стоит. Если не меньше. Опа, крадется. Так. Он как будто вот с тем углом. А, я понял. Я себе не прощу, если я не зарашу этого типа. Просто вот. Ложись. Что? Он живой? Не, может быть, кто-то тут походу сидит. Кто-то вот здесь за углом. Сука, ты шо, граната? Издеваешься?
кажется, он в кустах. О, я ранил его. Одного тут взорвал. Так, ну туда все сходится, по сути. Ну так и останется, пока я быстренько этого собираю молодого. Чувака. Так. Сука, ноль звуков. Обожаю эту игру. Чисто как он скинул оружие, я услышал чат. Интересный рейн, да? Во-первых, я сначала два раза предсказал, что со мной случится, еще на загрузке карты. Нашел, блин, 4 тетриса. Еще и типов нормально попросил. Вообще круто. 4 типа получается. 2 челобота, 4 ЧВК. Штурмана еще. Уже по дереву внутри ходят. Что тыкает? Мьёльнир? Нет. Убил, да. Туалет и хилюсь. Что такое громкое было? Да ну нахер, он меня убил почти одним выстрелом, бля. Я хилю, живот стою. Да, КС. Кто бы сомневался. Капец, я ему всю броню уничтожил, пока убил его. Пойдем. Второй этаж, тетрис. Минус. Вот он, глушак. Это бот, по-моему. Санитар, блядь! Помогай, перезаряжаю. У меня слева бежит чел, жопы к нам. Убил, фулка. В меченьке другой чел. Экранный дом сейчас был. Санитар минус. Угу. Третий пошла. О! Это что за грена у нас сзади? Я тоже. На жопе гранаты, на холодильниках. Вижу, фулка бежит. Убил. Жопа бункера, фулка бежала. А с кем он там кидался гранатами тогда? Первого знает. Не выдумывал. О, китайцы. Здрасте. Чё-то китайцы так этот бункер любят, капец прям. Чем это оправдано у них? Вот тут типы. Нет, этот какой-то такой. Не китайские корни у него видно. Славянская внешность, да. Слева бегает по серверам. Дерево. Кинул сумку. Медленно ходит ЧВК. Либо челобот. У нас помнит. Вон он ходит. В зале. Двое. Я
Я стопки взял, дверь. Выйдет, возможно. Железо, на крышу поднялся. Много там. Он где-то лег там. Где он, не понял? А, они сумки кидают. Слева в спортзале сидят. Аккуратно, аккуратно, там хаешек миллиона. Через большую комнату обойдешь? А мне херово, мне подобрал, попал. Убегай туда, отступи. Да, нормально. Меня тут прям контролят, стоят. Блять, у меня ствол слишком длинный. Не могу нормально пикать. Ты шифтуешь? Захожу в спортзал. Я в спортзале. А, лестница стоит. Меня контролит, понял? Понял. Одного я тут взорвал. Дал туда хаяк лестницу. Давай. Я остался в большом зале. Я понял. Минус один. Я за тобой иду. Ты не за мной, я в спортзале. Спортзал, захожу, захожу. Да-да-да. Ты сейчас спиной к нему. Понял. Здесь труп. Я просто, я без рук, поэтому я особо не это. Не ходи, не ходи. Захилься. Закрой дверь, хилься, я прикрою. Закрываю двери. Где тут прощение? Можно вот сюда в комнату зайду. Иди, вон там они сумки, видишь, поскидывали. Они где-то ботов порешали много. Это пацаны, походу, которые с коней, кстати. Да, стопудово. Тут Сашки, все вот это вот. Все конское, короче, тут. Ай, хорошая, зашла гранатка сюда, типа. А, это челобот у меня тут сидел. Кстати, вот она, Аша, которая работала тоже. Челобот сидел. А. Они решалу положили у него, ТТшник решалский. Куда? 90 килограмм. 60-ки лежат. Демовские. А демовские-то мы найдем место. Там до хера, кстати. О, так тут разгрузка ж. Да, да. Там и бронебойки ТКМ. Бронебойки, кстати, дешевые, зря они их набрали. Бахнул, намазался. Так. А мое. Как тут все это разложить, Мэтт? Что мне делать? Вот что? Выкинуть что-то ненужное. Да тут все нужно, ты понимаешь? Читать чатик. Так, а этого я где шлепнул? А где? Я самого первого убил. А, это с дробовиком, который где-то жетон, походу, выкинул. У меня пятеро убито. Он прям перед нами. Прям перед нами где-то сидит. Давай, быстренько, отвоем залетаем. Минус. Полом проверяем. Влево до забора. Это со стороны палаток еще был. Да.
воды, с воды, сзади, 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 сзади. Я ушел, нормально. Я посмотрю, клановый, не клановый. О, USSR. Все, их тут, значит, 5 человек. Не-не-не, 100% информация. 5 человек, значит, по-любому. Значит, занята двушка и мусорка между общагами. Это их любимая позиция. Клановые игроки, типа? Да, это клановые игроки, которые 40 минут, не двигаясь, сидят. Давай, бери второй. Да-да-да-да. Я залетаю на третий. Так. У меня есть со стороны магазина на третьем, в туалете. Значит, у меченьки тоже сидит 100%. Поднимайся на третий ко мне. Поднимайся на третий. И сразу возьми левый коридор. И прям удерживай его, хорошо? Готово, давай, раз, два, три, давай. Грена, у меня грена. Не подставляйся. Этого убил. Мне грена прилетела, вообще не поняла. Ты минус? Да-да-да, от грена. Там меченьки еще тоже. Скажи, USSR или нет? Мы разменялись с гранатами, сейчас скажу. У меня USSR. USSR, как-то принт. Его пушил, она в меня летела. Блять, у меня минус походу. А нет, ты жив. Он выбежал на улицу и убежал. Серьезно, блядь? СССР, сюда. Так, что думаете, убежал или сел в кустах все-таки? Проверим мою теорию. Которая зависит от того, была там машина или нет. Вы не поверите, чат, но я так и думал, что он в этих кустах сидит. Мне сейчас кажется, он, знаете что? Он сейчас, ну типа, будет отходить все дальше и дальше в сторону выхода, чтобы меня потом там на выходе где-нибудь подождать, знаете, вот так. Мне кажется, он там такой черик. Спасибо. Спасибо. Вы специально приготовили, чтобы я вас, ну, удобнее, да, было складывать? Спасибо, конечно. Действительно, очень удобно.
Опа, я слышу глушитель. Старой заправки. Ну, то есть на обычной заправке. А прикиньте, он реально смотрит стрим и здесь сидит, теперь меня ждет. Хеклер? Да ну нахер. А, он ждет! Блять! Ясно. Что ты, пикать-то будешь сегодня? На, вон, посмотри, иди туда. Не, он пошел стрим смотреть. Не, ему вообще плевать, забей. Не, он подождал меня на выходе. Я пришел на выход. Он убежал. Я хз. Я хз. Вот как-то так, чатик. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.